Начну с красивого здания. Это стройка века у нас здесь недалеко. Его строят годами и никак с ним не справиться, с этим зданием. Ладно, перехожу к делу. Вот, чтобы не огорчать своих друзей, Валеру и Дениса, вот снимаю я грибы, которые было очень трудно опознать на моем предыдущем видео. Я их сняла и приготовила из них красивую конфетку. На студии я им сделала какой-то фантастический, космический лунный свет. А сейчас я снимаю натуральные грибы. И вот так вот они выглядят. Они крепкие, это трутовики. Но какие, я не знаю, я в трутовиках, конечно, не разбираюсь. Это мои друзья Валера, Денис, Максим. Все разбираются и знают название. А у меня есть одно видео, которое никто еще не опознал. Я думала, что это слизевик, гриб, но, наверное, это не он. Юрий Ищенко мне очень подробно написал про эти грибы, что-то такое, но я не поняла. Поэтому я спрошу... Привет! Потом спрошу Валерия. Тут знакомые пришли. Потом спрошу своих друзей, чтобы они не распознали. Ну вот сверху покажу. Сверху показываю. Камеру держу двумя руками, руки уже отмерзли. Теперь показываю. Теперь сейчас я покажу высоко, далеко растут фламулинки. Вот фламулинки. Такие, ой. Резкость не могу навести, не могу взять. Не знаю, мне кажется, эта камера даже лучше Sony. Или то, что у меня руки уже замерзли. Очень красиво. Все, надо уходить. Сеанс окончен. Всем пока-пока. Ну-ка, в другую сторону. Вот этот дом загораживает нам вид из окна на Успенский кафедральный собор. Чтоб его. Ну что делать, людям жить-то надо где-то. Все, на этом я заканчиваю свой сеанс. Всем пока-пока и до встречи.